Друзья, всем привет! В общем, сегодня встал с утра пораньше, потому что хочу поехать в село и посадить огород. В общем, сходил, водички набрал, баклажку. Косюня уже стала, Касик, иди сюда. Магазин сбегал, купил яиц, еды. Была у нас Пасха, ходил к родителям, Соня напекла офигенные пасочки. Вот, смотрите, как они выглядят. Вот. Ходил в церковь, скажу вам, людей было очень и очень мало. Вот такая вот красота. У нас еще одна осталась, и все. А то, в принципе, поели. Соняным родителям дали, нашим. И нам еще одна осталась. Сейчас хочу приготовить яичницу. Поэтому выбегал еще в магазин. Приобрел яйца. Собрал портфель. Что я всего собрал собрать. Так. Короче. Ну, это, соответственно, я еще кучу всяких пакетов докупил на огород, чтобы засадить. Так, свет, наверное, надо лучше включить, будет виднее. А, вот, водичку набрал. Вот это вам скажу. Очень полезная тема. Выручает капитально. Поставил, привязал, и водичка готовая. Очень хорошо выручает. Где-то такая вот тележка. Так что такие дела. Короче, смотрите, что я в этом году буду садить. Вот такой вот лук репчатый. Я бы взял такого побольше, вот синего и белого, но вот это все, что оставалось. Посадим белый, вот такой вот фиолетовый, ну и, соответственно, обычный репчатый. Вот такие вот еще пакетики. Коробочки беру вот для яиц, для того, чтобы в селе можно было приобрести домашние яйца и потом привезти. Там у меня вещи. Вот. Так что сюда поеду. Всего. Сейчас, кстати, узнаю, или маршрутка ходит, потому что как бы проблематично доехать. Так, наверное, в пакет положу. А, еще надо будет мне еды спаковать. Вот, сейчас я хочу яичницу забабахать. И, в принципе, через час буду выходить, потому что пока доеду на автостанцию, там надо место занять. Узнать, или ходит моя маршрутка. Если не ходит, то следующую ждать. Ну, короче, как-то доеду. Если что, там пешком дойду. Так что такие дела. Сейчас хочу забабахать яичницу. Вот. Возьму сырок. Вот этот вот бомбовый. И я все время делаю с вот такими вот сосисками. Они, кстати, галимые, дешевые. Больше их брать не буду. Взял по акции, и они такие, знаете, как вам сказать, как этот. Ой. Как бумага. Поэтому так себе эти сосиски. Короче. Как я делаю вообще яичницу? Беру, сначала нарезаю вот эти вот сосиски мелко на кубики. Потом подсолнечное масло сюда. И когда сосиски поджариваются, я выливаю яичницу. А сверху натертый сыр. И получается бомба-ракета-пушка. Очень вкусный завтрак. Вот, ну, хлебушек такой. Так что сегодня планирую поехать в село. Косюнь, будешь за мной скучать? Вот. Посажу огород, потому что не знаю, как оно будет. Осенью могут цены подняться на овощи. Поэтому хочу обезопасить нас. Вот, пойду посажу. Ну, как бы там 1/3 огорода только свободная. Потому что, как бы, соседям отдали. Там они пшеницу посадили до меня. Ну, часть огорода есть, я там и посажу. Кстати, может быть, если получится, картошку еще куплю у соседей. И тоже какой-то клаптик вручную посажу, потому что нету бенза, чтобы это все садить под трактор. Поэтому все буду садить вручную. Да, Касик? Ну, я быстренько поеду. Там все обработаю, посажу, посмотрю, как там вообще хата. Вам все покажу. Ну и домой, да, Касик? Так что я по-быстрому, туда-назад. В общем, давайте, буду готовить. Вот, так что, вот так вот. Включаем. Кстати, у нас постоянно плохо работает вот эта плита. Газ долго доходит до нее. Вот так вот. Поэтому сделаю завтрак и буду собираться. Кстати, надо будет еще еды спаковать, потому что
Есть-то мне там тоже надо будет что-то. Вот. Так что такие дела. Покажи, как там вообще хата поживает. Не знаю, в этом году будем ли мы заводить живность. Огород точно засажу. По поводу какой-то птицы, хозяйства не знаю. Потому что надо ее чем-то кормить. Они долго растут. Если вообще садить, то это только эти утки и то муларды. Потому что они растут 2 месяца. Если гусей брать, хотя они выгодные, да, Косюнь? На их помнят, сначала на них нападала, а потом текала, да? Гуси растут полгода, и они такие, знаете, суховатые. А вот муларды самый топ, если заводить какую-то живность. Но я не знаю, я хочу сначала огород сделать. А там будет видно, если будет возможность их приобрести где-то, может, и заведу. Что такое? Вот столько вот сыра мне понадобится. А, уже видите, сковородка подогревается. Ну, короче, буду готовить. Сосиски добавлю, все. И буду садиться завтракать. Так, в общем, все, завтрак, в принципе, готовый. Сливки добавлю. Сделал кофеек. 2 кружечки сейчас тоже добавлю сливки, 10%. И посмотрите, какая красота у меня получилась. Обычно я это все еще утром люблю подавать с морковкой по-корейски. Тогда вообще бомба, ракета, пушка. Но морковка закончилась, поэтому вот так. Так вот получается пирог или пицца. Как угодно можно назвать. Короче, вот такая топовая яичница получается. По вкусу она очень вкусная. Вот, так что сейчас быстренько подкреплюсь. И все, и буду бежать. Ну все, друзья, поехала моя маршрутка, вышел я. Вот. Не знаю, видно, не видно. Короче, уехала. А вот. Мой автобус, к сожалению, не ходит, поэтому я искал альтернативу, и был один вариант, поэтому я на него сел, но теперь мне надо пройти несколько километров, чтобы добраться до моего села. Вот так вот. Ну ничего, в принципе, сейчас еще светло, но я думаю, успею. Плюс хотелось бы сегодня еще что-то сделать на огороде. Посмотрим по ситуации, как оно будет. Вообще, как там хата, потому что давно я не был там. Поэтому я вещей особо не набирал, у меня там портфель и тут один пакет. Короче, иду, смотрите, какие тут красавцы пасутся. Трава уже хорошая, мне кажется, у нас там на огороде все позарастало. Походу, надо будет косить, но косы нету. Оно там все старое, поэтому надо будет в следующий раз, когда я приеду, там вот это вот все прорывать, надо будет взять какой-то инструмент с Киева купить и, короче, покосить там на участке, потому что там жестко, наверное, все позарастало. Вот так вот, короче, иду в селе на родной земле. Я когда сюда приезжаю, мне так душа радуется, знаете, отсюда все-таки мои корни, и мне по кайфу здесь. Тут родился мой батя, мой дед, прадед и тому подобное. У меня в селе даже есть однофамильцы. Вот. Наверное, мои дальние родственники. Так что буду чапать. Не знаю, за сколько я дойду. Мне, в принципе, идти, наверное, 7 километров. Плюс-минус. У меня, короче, небольшой привал. Зашел, взял пепси. В селе 28 гривен бутылка. Смотрите, какие кицун. Гарный, да? Китя, ну, мене нема тебе что дать. Ты біля магазину, наверное, не страдаєш. Добрий день. Ой, как хорошо пошла. Мне еще курточки жарковато. Ой. Ну что, дальше в путь. Пока иду, все вспоминаю. Короче, вот тут вот Коля меня боком учил на жиге кататься. Тогда еще, помню, трава была мокрая, и мы гоняли. А так вот, короче, иду,
Вспоминаю, как рыбку ловил там вот на ставку. Были времена. Там вот живут мои родственники. За этими деревьями там хаты. Красота. Травка, посмотрите, какая зеленая. Уже, в принципе, гуси пасутся у людей, видел. Полно живности. А я иду, короче, ребят, и ностальжирую. Как я тут время проводил. На дискотеку в соседнее село ходил, ну там, где попсиколу покупал. Когда мне было 16 лет. По-моему, тогда жизни давали с моим другом Мишкой. Опа! Дивіться, хто в мене. У мене козочки. Так, заходимо. Опа. Так. Ой. Дивіться. А тут і не треба нічого косити, вже покосили, да? Дивіться, які красиві. А що це тут з порогом сталося? Порогу хана. Да. Та не бійся, не бійся, пугати тебе не буду. Ось все. Козочки пасуться. Я так і не знаю, чиї це. Це десь тут чи сусідів, чи... Може це... Дядька Сашка? Не знаю. Так. Короче, треба буде оце все убрати, тому що дивіться, що тут робиться. Позамітати. Я так зрозумів, козочки тут все спасли. І не треба нічого косити. Красота. Так, заходим. Так, дзернята. О, там. О. Відкрию, треба все, щоб тут провітрилось. Открываем. Сейчас надо, короче, все пооткрывать, чтобы оно проветрилось. Потому что запах села. Ой, родные эти. Родные края. Кроссовки сниму. Тут так свежо, знаете. Хата глиняная. Красота. Посмотрите. Чистенько все. Убрано. Надо сейчас пойти счетчик включить. Окно открою. Ой. Так, сейчас быстренько, наверное, перекушу. Ой. И на город. Так, окна пооткрывал. Ну, я вам скажу, сейчас уже жарко. Ой, наконец-то я уже дома. Мне же не верится. Только что подходил до бабушки Ксении, пообщался. Потом шел по дороге. Со всеми пока переговорил. То у меня на все про все ушло на дорогу 1:10. 8 километров я шел, мне сказал сосед. Так что такие дела. Фух, весь вспотел. Сейчас быстренько переоденусь, пообедаю и, короче, пойду на огород, потому что надо там, короче, это бурьян повырывать и граблями все покультивировать. Можно было посадить. Завтра утром уже. Короче, смотрите, какой у меня модный лук. И первым делом я хочу вот это все поубирать. Порог немного посыпался. Позаметаю. Ну, пойду, наверное, на огород, посмотрю, что там творится. Да. Обсыпался нормально. Короче, какой-то... То ли цемент плохой, то ли непонятно. Короче, вот это все беру. Потому что посмотрите, что творится. Но это никуда не годится. Надо тут хотя бы это все позаметать, чтобы оно как-то чисто выглядело. А козюльки — это соседки.
Мама ей разрешила, чтобы они тут паслись. Ну, потому что, смотрите, участок большой. У них там асфальт, а у нас трава. Пусть выпасают. У нас же гусей нету. Пусть они едят. И косить не надо, да? Козочка. Дети катаются на великах. Вот. Так что, короче, скоро будет темнеть, поэтому надо быстрее двигаться. Вон пожарники какие-то. И вон идти на огород, потому что хочу там, короче, тоже посмотреть. Может, повырываю всякий бурьян. А садить уже буду с утра пораньше завтра. Так что так вот. Порох осыпался капитально. Надо будет его, я не знаю, опять делать. Хотя машины нема. Цемент привезти сейчас будет непросто. Потому что надо ехать в районный центр. Вот. Навел тут небольшой порядок, позаметал. Вот так вот порох выглядит. Сейчас хочу посмотреть на огороде, сколько оставили участка для того, чтобы я мог засадить грядки и что там вообще надо делать. Посмотрю, есть бурьян, нету. Надо будет граблями это все поскородить, чтобы было все четенько. Ого, это кто? Это бычок, походу, или кто ты? Походу, козел. Так, что там? Это тут клубника. Так, что тут вообще происходит? Так, так, так. Что по участку? Угу. Понял. Взял, короче, рядюшку, перчатки. И вот так вот буду все вырывать. Весь вот этот вот бурьян. Если бабуля видела, что тут пыри на полгорода растет, она бы ужахнулась. Просто жесть, посмотрите. Межа, это вот. Вот это вот межа, а не полгорода. Посмотрите. Коров можно пасти. Вот, оно же не вырывается. Видите, что происходит? Это не город уже. Это уже пасовище для коров. Или я не знаю. Ой. Чтобы бабуля была живая, вот это увидела. Ой. Просто ужас. Пасовище какое-то. О, оно же не вырывается. Вот так вот. Ай. Не знаю, сколько я сегодня успею, потому что уже начинает темнеть. Но что-то попытаюсь сделать. Все, я уже пришел домой, потому что, смотрите, на улице ночь. Водички из колодца набрал. И посмотрите, какая у меня красота есть. Короче, мне соседи принесли оливье, холодец, котлеты, мясо, Пасху, яйца с Пасхи. И вот такая вот поляна, короче, у меня сегодня на ужин. Мне, получается, не надо ничего готовить. Только хлебушек достал, который я привез. И помимо этого всего, еще соседская бабушка пришла ко мне и говорит: пошли ужинать. Короче, меня тут кормят, мне даже готовить не надо. Я думал, тут мне еще готовить надо. А видите, какая у меня поляна. Это щейком я буду есть Пасху. Капец, котлет. Я столько за 2 дня не съем. И, кстати, у нас тут, походу, дождь намечается. Начала что-то капать. Надеюсь, что не будет завтра, потому что надо же идти на огород садить. А ну-ка, сейчас затестим сельскую еду. Оливьешка топ. Объедение. Тут еще и этим домашнее мясо с котлетами. Ой, красота. Так что, ребята, завтра утром встаю в часов, наверное, 6. Быстренько позавтракаю. И отправлюсь на огород. Так что, ребят, уже до завтра. Я буду ужинать и ложиться отдыхать. Так что, всем пока.
Короче, ребят, на улице прошел небольшой дождь. Так что я не знаю, как я завтра влезу на тот огород. Но смотрите, копать.